сегодня и «Зенит», только вторая серия. И мы с вами в разных ресурсах о том, что вполне себе неплохие шансы. А сегодня вот так выглядит состав «Зенита». Андрей, есть вопросы по поводу того, как он ведет единоборство. А вот момент, Эрнани! Пошел на... Это удар по воротам. Леандро Паредес один. Просто над вратарем пробил в Сощинский. Удар по воротам и вот гол. Вот и гол. Пять мячей. Снова нужно забивать «Зениту». Гуренко обращается к резервному арбитру. Бросает далеко в штрафную. Дзюба, Ерохин. Еще одна попытка пробить. На этот раз Ерохин спасает свою команду. Сейчас Горбунов. «Динамо» и Кристиан Нобо у «Зенита» получил карточку. Еще одна подача. Нобо! Ну-ка, ну-ка. Первого тайма у «Зенит». Ивденев и Жоде Вейерт. С воздуха трудно. Очень трудно что-то в элитном дивизионе российской команды. И вот тут, пообщавшись немножко с там, что же там именно говорят. Удар по воротам рядом со штангой. Опять выиграл воздух. Дзюба с мячом. Штрафную передача. Момент. Что скажет судья? С Болотного. Нобо! 2-0. Радоваться это еще... Кузяев. Пас на Дзюбу. Нобо на правом фланге. Еще одна подача. Дрюси! Эмоции держать в этом кулаке. Заболотный перебрасывает мяч через вратаря и через ворота тоже. Забиты после штрафных. Да. Прямыми ударами. Дзюба! 3-0! 3-0! Отдает. Дзюба забивает. 3-0. Зодя, да? Ну, расстреливать в борьбу из офсайда. Дзюба! Удар по воротам! Yeah! Дзюба, может быть, не очень акцентированно, поймав мяч на... Заболотный. Подача. Ерохин. Слабо. Как он это делает? Еще одна передача на Кузяева. Дзюба. Нет, не Дзюба. Это Ерохин. Нобо. Рядом. Заброс в штрафную. Корзун. Анюков. Корзун. Вот и вратарь спасает момент. Матч. Но здесь Анюков остался против Корзуна. Луни. Мак, Дзюба, Дриуси. Но здесь великолепно играет в обороне. Сейчас Галович. Дальше Смольников. Мяч у Дзюбы. Пробрасывает себе на ход. Прострел. Дриуси! Есть! Дзюба, как от мухи назойливая, отмахивается. Проход. Снова Дзюба. Возвращает мяч в штрафную. Заболотный. Удар через себя. Почти как в Сочи. Длинный перевод. Роберт Мак принимает мяч. Пробрасывает себе на ход. Падение. Пенальти. Он был футболистом. Опять Смольников. Красиво перепрыгнул через мяч. Подача. До Дзюбы не доходит. Дзюба, выход один на один. Заканчивает Дзюба. Пенальти. Еще один пенальти. Много слов. Пока Роберт Мак. Посмотрим, что... И Роберт Мак. Или сколько там? В Минске. Но иногда этого мало. Роберт.